Главное беговое событие летнего сезона. На Орловском ипподроме прошли заезды двухколесных экипажей под названием «Большое Орловское дерби». В соревнованиях приняли участие наездники из Воронежа, Курска, Москвы и Пскова. В дерби были разыграны призы в трех гитах. Помимо дерби у нас разыгрываются сегодня самые главные призы сезона. Это элита для старшего возраста, гибрида, талантливого, в том числе и для лучших четырехлетних рысаков это является дерби. Наш регион представляли рысаки Болховского конезавода, а также частных коневладельцев Орловского, Малоархангельского и Ливенского районов. Бега были насыщены событиями. Так, самым знаковым стал новый рекорд породы американский рысак. Приз категории «Элита» получила лошадь «Бьютифул Янки» Болховского конезавода. Я ее послала сюда для того, чтобы не улучшить рекорд, не ухудшить рекорд, но просто посмотреть, чтобы люди посмотрели на езду и на порядок работы этой лошади. Она у нас принимала участие в испытаниях в Европе. Она 3 года была лучшей в Чехии на всех ипподромах. Она была лучшей на Мюнхенском ипподроме, в Страусберге, в Берлине.